Оденься к свадьбе с Гоком Ваном. В день свадьбы Паулина хочет выглядеть сногсшибательно, поэтому сегодня помогать с выбором ей будут мама, подруга, падчерица и деви. Но когда вся семья в сборе, шопинг может обернуться как сказкой, так и провалом. Надеюсь, все обойдется. Супер. Красота. Я пришла в салон с мамой, лучшей подругой, с которой мы дружим уже лет 10, со своей падчерицей Юлией и будущим деверем Аркадиушем. Вот это. Которое? Вот, надо только немного подправить. День добрый. Здравствуйте. Как ваши дела? Приветствую. Как поживаете? Очень рад знакомству. Мы не из тех, кто будет спорить. У нас дружная и веселая компания, и каждый, разумеется, постарается помочь Паулине с выбором. Я уверена, что мы придем к взаимопониманию. Никаких ссор и обид. Опишите, какое платье вам бы хотелось. Хочу платье в стиле бухо-шик. Я буду много танцевать, так что оно должно быть удобным. До утра. Понятно. Вся в маму. Это семейное. Расскажите о женихе. Вы его шафер? Он мой брат. Ваш брат? Вот это да. Замечательно. Он выше меня. Лысый и некрасивый. Неправда, не слушайте его. Мы с ним абсолютно разные. Я знаю, какие цвета хорошо сочетаются, а какие нет. А все потому, что я хорошо знаю два цвета, которые обычные парни не различают. В частности, лососевый, или другими словами, светлый оттенок розового и фуксию. Да, я знаю цвет фуксия, ну или знал. Давно уже такого не видел. Ладно, допустим, я хорошо знаю только один цвет, но этого достаточно, чтобы помочь Паулине выбрать платье. Пройдемте в салон и поговорим о платье для вашего особого дня. Времени немного, свадьба уже в августе. Так что мы просто обязаны выбрать вам платье. Это очень важно. Это правда. Ну что, идемте? А вы у нас модница. Мне нравятся ваши серьги. Проходите вот сюда. Паулина, это мой салон. Здесь мы творим чудеса. И здесь же вы найдете себе платье. Проходите и присаживайтесь. А вы садитесь вот сюда. Я пришел, потому что мне обещали угощение. И не обманули. Я доволен. Вы упомянули стиль бохо-шик. Как известно, бохо означает цыганский или экстравагантный. Это очень необычный, свободный и совсем не консервативный стиль, часто сопровождающийся множеством мелких деталей. Он отражает свободный и провинциальный дух. Вы хотите чистое бохо или платье с элементами бохо? Вы знаете, я бы хотела, чтобы все платье было в стиле бохо-шик. Ясно. Красивое, свободное. Оно должно объединять в себе все эти признаки. Пусть будет оригинальным. Понял. Лучше всего платье не чисто белого цвета, а какого-то оттенка. Можно бежевое или цвета неотбеленного льна. Что-то такое. И обязательно утонченное. Не хочу пышных нарядов а-ля принцесса. Ничего вы. Черного и претенциозного. Я хочу, чтобы сверху было кружево. Я люблю кружево. Оно очень красивое. По всему платью? Ну, не обязательно по всему, но мне хочется кружева. Юбка может быть более легкой и струящейся из какой-нибудь нежной и гладкой ткани. Готово. Ну как, что скажете? Красиво. Хочу примерить. Okay. Отлично. Тогда вперед. Можно кое-что добавить к рисунку? Лучше не надо. У вас есть какие-то идеи? Говорите, я весь внимание. Добавьте сюда крохотные ножки. Пусть будет босой. Там уже есть ножки. А вам нужны босые? Женитесь не вы, а ваш брат. Босые ноги. Да-да. Она хотела маленькую скромную свадьбу. Я просто пошутил. Господи. Вот такой он. Это ничего.
Не волнуйтесь. Вот, теперь довольны? Ноги есть. Так пойдет? Замечательно. Можете идти домой. Я знаю моду. Честно. Я помог. Во время примерки мы сможем обсудить и ткань, и детали. Главное, чтобы платье хорошо сидело. Вы согласны? Да. Отлично. Тогда идемте, подберем что-нибудь под вашу фигуру. А вы увидите платье позже. Идет? Готовы? Попрощайтесь с остальными и идите за мной. Всем пока. Удачи тебе. Идемте. Скоро увидимся. Ведите себя хорошо. Выбрать подходящее платье Гоку поможет стилист Ася. А вот и я, красавица. Посмотрим. Я принес первое платье. Вы хотели бохо-шик, что-то спокойное, прекрасное и летящее. В нем все это есть. И самое замечательное — ткань, из которой оно сшито. Ее можно по-разному обыграть на вашей фигуре. Что скажете? Неожиданно. Думала, оно будет больше, но и это отлично подойдет. Смотрится интересно. Оно такое естественное, утонченное. Хочу примерить. Платье просто крохотное. Его едва видно. Я точно в него влезу. Оно такое маленькое. Похоже, платье все же налезло. Но понравится ли оно Паулине? Оно супер. Вау. Ух ты. Ну как вам? Красиво, правда? Да, очень. И вы тоже прекрасны. Все хорошо? Вы сказочно в нем выглядите. Вы украшаете его. На мне оно выглядело совсем не так, как на вешалке. Поначалу оно меня смутило, но сейчас... Неужели такой крохотный кусочек ткани может столько всего закрыть? Сидело оно прекрасно. Я ощущала его на себе, как вторую кожу. Оно было таким изящным, нежным и почти воздушным. Это платье подошло идеально. Мне было в нем хорошо и комфортно. Оно такое, каким и должно быть. Не вычурное и очень удобное. Позвольте еще кое-что. Дополним образ. Ведь вам нужно представить, как вы будете выглядеть. Когда примеряете свадебное платье, это очень важный момент, поскольку у вас будет всего один шанс выбрать правильно. Букет пониже. Представьте, что это полевые цветы. И волосы тоже вплетены цветы. Хотите фату? Да. Хорошо. Посмотрим. Начнем вот с этой. Цвет подходит. Очень красиво. Я нервничаю. Боюсь реакции. Думаю, маме оно точно не понравится. Она сочтет его слишком откровенным. Давайте пока отложим букет. Пусть он будет сюрпризом. Пока покрасуйтесь перед зеркалом. Вы божественны. Спасибо. Не за что. Платье в стиле бохо-шик стоит 850 евро. Паулина боится, что ее маме оно не понравится. Посмотрим. В точку. Платье невероятно красивое, но я не уверена, что это то, что надо. Скажу честно, я ждала больше кружева. Но, признаюсь, цветы тоже выглядят неплохо. Хотите более классическое? Нет, не надо классики. Слишком много кружев тоже перебор. Но было бы прекрасно, если бы оно спускалось с лифа на юбку, а потом переходило в ткань. Что касается цвета, оно не чисто белое, но... Бросьте, цвет просто изумительный. Свадьба в августе. Представьте, как платье будет выглядеть в теплых лучах польского августовского солнца. А можно посмотреть на спинку? Конечно. По-моему, она прекрасна. Ух ты! Вы вот восхищаетесь, а когда я воскликнул, меня одернули. Сзади выглядит бесподобно. Очень красиво. Если позволите, начну с того, что мне не нравится. Она обута, а должна быть босой. Перестань, босые ноги были только на рисунке. Да вы одержимы босыми ногами, верно? А что, веселая босоногая свадьба? Фата хорошо подходит к платью. Да.
Интересно, как она будет смотреться в танце? Ты ведь будешь танцевать весь день? Как это будет выглядеть? Красиво, я проверяла. Фата нужна только для церемонии. Потом ее можно снять. И все. Сделайте шажок назад и можете покружиться в платье. Давайте. Смелее. Вдруг упаду. Немножко. Прекрасно. А теперь давайте отойдем от этой воздушности и сконцентрируемся больше на бохо шике. Добавим кружев и что-нибудь еще. Согласны? Давайте. Последнее слово вот за этим мужчиной. Хотя меня это пугает. Идемте. Прекрасно.